Дим, для тебя это первый взрослый турнир. С каким чувством ты к нему подходил? Волновался или, может быть, наоборот, с нетерпением ждал старта этого? Да нет, мы очень долго сидели на взрослом сборе. Первый раз меня Бауэр пригласил. Я очень много там работал, мне ничего не получалось, мне все выигрывали. Ну, в принципе, подошел, наверное, более-менее готово. Не самый сейчас лучшей форме, честно говоря, но чувствую себя хорошо очень. Один бой вполне мог выигрывать, очень обидно получилось проиграть корейцу. Ох, оказался мне просто сильнее. А кого-нибудь еще из соперников можешь выделить по полу? А француза, кстати, я не помню, как его фамилию, он тоже достаточно сильный. На самом деле, особых их задач не ставлю, хотя бы в 16 сейчас попасть. Сначала я считаю, что это будет для меня совсем неплохо. Какие у тебя планы на ближайший год, на будущее? Стараться попасть во взрослую сборную, остаться на взрослом сборе, чтобы меня оттуда не выгнали. Держаться там, ну и дальше показывать результаты. Спасибо большое, удачи тебе.